Нашу область признали самым трезвым регионом в Сибирском федеральном округе. Рейтинг составили на основе статистики разных ведомств. Так, Минпромторг подал сведения об объемах проданного алкоголя за прошлый год. Врачи рассказали, сколько человек стоит на учете в диспансерах, а силовики привели данные о выявленных случаях производства контрафактной водки. Учли и смертность от алкоголя, и время затраты на торговлю ночью. Новосибирская область поднялась на 4 позиции и стала за Уралом лидером. Ну а первую тройку в России уже по традиции составили Чечня, Ингушетия и Дагестан.